Единогласно лучшим народным дружинником признан Эрик Ванифатьев из Аликовского района. Календарная зима вступает в свои права. Поклонники здорового образа жизни уже встали на лыжи и ждут не дождутся, когда зальют катки. Наша творческая группа побывала в детско-юношеской спортивной школе номер 2. Здесь специализируются на зимних видах спорта. На лыжах здесь катаются и профессионалы, и любители. Трассы готовят специалисты, ведь каждый день в школе проходят тренировки. В рабочий день здесь немноголюдно, а в выходные приезжают целыми семьями. По соседству расположился биатлонный комплекс. Его открытие ждут все. Уже построено административное здание с раздевалками, трибуны, биатлонное стрельбище на 30 установок, сказал директор Николай Николаев. Важные для республики спортивные сооружения должны были сдать еще в этом году. Но помешал юридический аспект. Не успели перевести земли в соответствующую категорию, чтобы оборудовать трассу. Подвел и подрядчик, строительная фирма «Алза». Об этом на одном из заседаний правительства говорил глава Чувашии Михаил Игнатьев. Он поручил провести детальную проверку задержки и срыва сроков сдачи. В бюджете будущего года уже заложено 70 миллионов рублей. Минспорту Чувашии необходимо завершить все работы в полном объеме.